есть вопрос: где твой дом, кто твой бог? Давай-ка без имен и названий и без угроз. Мы не пойдем под сапог, вот так-то вы со мной, а я с вами. Но есть вопрос: где твой дом, кто твой бог? Давай-ка без имен и названий и без угроз. Мы не пойдем под сапог, вот так-то. От Советского информбюро. 6 мая 1945 года войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, полностью овладели островом Рюген. Среди захваченных трофеев 37 складов с вооружением, боеприпасами и различным военным имуществом. Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь вперед северо-западнее и западнее города Бранденбург, заняли 10 крупных населенных пунктов. Захвачено 14 самоходных орудий, склады боеприпасов и авиабомб. На ряде участков войска вышли к реке Эльба. На сторону Красной армии перешли саперная рота 320-й немецкой пехотной дивизии и рота 911-го охранного батальона. Войска 4-го Украинского фронта выбили немцев из городов Бениш и Штернберг. В плен взяты более 1000 немецких солдат и офицеров. Войска 2-го Украинского фронта северо-восточнее Брно боями заняли узел 4 железных дорог город Койтин и крупные населенные пункты.